Сергей Данилович, я вспоминаю конверты вот на вашем столе. Там написано «Шестая шахта». Доктору Мастепанову, профессору Мастепанову, академику, наконец, Мастепанову. А вот ученая степень-то у вас есть или? Да, конечно, никакой ученой степени у меня нет. Иностранные ученые, они определяют по выполненной работе. Работа на уровне, скажем, академика или профессора. И поэтому так и пишут, а профессору, доктору наук. А в действительности я простой сельский учитель. Однажды я приехал в родную свою станицу Отрадную, и там услышал о странном человеке, нашем земляке, школьном учителе, который живет теперь за Кубанью, имеет обширную библиотеку с редкостными, уникальными книгами и занимается загадочной наукой, о которой в округе, в общем-то, никто не имеет представления. Человек трудной, сложной судьбы, в этой науке достиг он не только успехов необычайных, но и добился как бы мирового признания. Мне захотелось увидеться с этим человеком. Я приехал вот сюда, к Сергею Даниловичу Мастепанову. И то, что я тут увидел, что понял, что узнал, не только вот согрело меня на долгие годы, но и заставило над многим, действительно над многим задуматься. Места, в которых он живет, древний перекресток истории, через который прошли страны и народы. Памятником далеким временам остались на этой земле тысячелетние храмы, ослепшие теперь от вспышек фотографов и от туристских костров внутри, оглохшие от транзисторов, от крика компаний, приезжающих сюда не ради духа, как раньше, а ради брюха, на пикники. Степанов незаметно для себя сделался добровольным хранителем того, что еще осталось. Сколько драгоценных реликвий из тех, что могли быть безжалостно разбиты, затоптаны, разграблены, спасено им и передано в музеи Ставрополя, Орджоникидзе, Ленинграда, Москвы. Археология – не главное его увлечение. Сейчас я работаю в основном над составлением паремиологии. Сюда входят пословицы, поговорки, афоризмы, изречения и загадки. А почему именно пословицы и поговорки? Пословицы и поговорки меня, можно сказать, с раннего детства привлекали своей мудростью, меткостью выражений. Собирал я пословицы и поговорки, а затем начал и собирать библиографию, то есть источники, откуда заимствованы эти пословицы и поговорки. Материал я брал преимущественно из иностранных библиографий и справочников. Долгие годы Сергей Данилович ездил в Москву и Ленинград на свои, выкроенные из учительской пенсии, деньги. Ел хлеб, водицей запивал, все это не в переносном, в прямом смысле. Ночевал на вокзалах, рано утречком спешил в Ленинку, в библиотеку иностранной литературы, в Институт информации Академии наук. Библиотекари давно к Мастепанову привыкли, давно оценили его самоотверженность. Книги, которые нам с вами, как говорится, и подержать в руках не дадут, позволяли брать с собой, делать выписки. И в настоящее время у меня самая большая в мире библиография литературы о пословицах и поговорках народов мира. Она насчитывает свыше 40 тысяч названий приблизительно на 700 языках и диалектов народов земного шара. Как-то узнал о финском журнале «Провербиум» пословицы. Написал, что у него есть любопытное собрание. Оттуда немедленно ответили: «Присылайте». В 1974 году в Хельсинки проходил международный симпозиум по паремиологии.
Мастепанову предложили участвовать в конкурсе на лучший доклад. Конкурс он выдержал. И пришло приглашение на симпозиум. В нем простодушно сообщалось, что господин Мастепанов должен для начала прислать в адрес оргкомитета $25. Расходы эти будут впоследствии возмещены. $25, конечно, выслать я не мог, так как их у меня никогда не было. Об этом я сообщил Финляндию, и оттуда я получил от матки Кууси ответ, что я сам за вас внес $25, вы только приезжайте. Но как я мог приехать, потому что я не получил командировки? Академия наук порекомендовала мне обратиться в местный ОВИР. Ну какой там ОВИР в нашем поселке, если у нас нет даже газетного киоска? Три ответа из Академии наук помечены месяцами. Март, май, июнь. Представляю, какие надежды снова в нем пробудились. Хоть немного признания ради дела. Но от ответов из Москвы веяло поистине академическим, олимпийским спокойствием. В Хельсинки он не поехал. Как не поехал потом и в другие города. Оставалось коллекционировать открытки зарубежных корреспондентов, его коллег. Прошлое ушел и симпозиум в Самарканде, куда его пригласили, и где уже цитировали его доклад, приготовленный для Хельсинки. Но командировочных для него опять не нашлось, а деньги, отложенные на летнюю поездку в Москву, для дела тратить он не решился. И вот иногда мне задают вопрос, почему вы публикуете свои работы в Финляндии, в Венгрии, там, а почему не у нас? Да почему? Да очень просто, потому что их невозможно здесь издать. Своего органа нет, так? А это где-то кого-то упрашиваешь. В Соединенных Штатах, например, я насчитал, вот сейчас издается 15 журналов по фольклору, так? В Советском Союзе ни одного не издается. Когда я в президиум Академии наук написал об этом письмо, там мне ответили, что да, вы совершенно правы, к сожалению, у нас не издается ни одного журнала. Но мы думаем в ближайшем будущем создать институт фольклора. И фольклорный журнал будет его органом. Прошло уже свыше 20 лет, и ближайшее будущее, как не было его ни института, ни фольклорного журнала, так его и нет. У меня в руках уникальная книга «Мудрость и разум объединенных наций». Тираж этой книги всего 1000 экземпляров. Порядковый номер 933. Ее прислал Сергею Даниловичу американский генерал Виктор Гинзбург, один из основателей ООН. А вошли в нее пословицы и поговорки народов мира, которые использовали в своей дипломатической практике самые выдающиеся деятели мира. Вторая такая книжка есть только в Ленинской библиотеке. А вот этой книги нет и в нашей знаменитой Ленинке. Она есть только здесь, вот на 6-й шахте в поселке Малокурганном. Тираж 1000 экземпляров. Посвящена она 400-летию итальянского дипломата известного Никола Макиавелли, порядковый номер 106, второй такой книги в Советском Союзе больше нет. Сергей Данилович, а вот когда началось ваше увлечение пословицами и поговорками? При каких обстоятельствах? Где? Увлечение пословицами и поговорками началось у меня во время заключения, потому что времени было предостаточно для того, чтобы поразмыслить о судьбах мира, о всем прочем. Вот грустный документ. Прокурор СССР. Жалоба. Мой сын Мастепанов Сергей Данилович, 1913 года рождения, 24 декабря 1937 года органами НКВД был арестован, а затем этапирован для отбытия наказания, где в настоящее время и находится. Коми СССР. Город Щебню, управление усть-Пясимских лагерей НКВД. Мой сын осужден внесудебным порядком за контрреволюционную агитацию. Зная своего сына и его отношение к советской власти, тем более его происхождение бедняцкое, я не могу допустить, чтобы он мог вести контрреволюционную агитацию. Почему прошу вас, товарищ прокурор, истребовать указанное дело и передать на рассмотрение судебных органов?
всей жалобе Мастепанова Ефросинья. Ну, меня обвиняли в организации контрреволюционной троцкистской фашистской повстанческой группы и за активные действия. Конечно, ничем я этим не занимался. Первоначально я был краевой тройкой приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу. А верховная тройка уже расстрел заменила 10 лет тюрьма усиленного режима с последующим, с последующими ограничениями. С 1957 года моя жизнь была, жизнью почти волчьей, что ли. Если раньше было хуже собачьей, то теперь, после освобождения, это была волчья жизнь. Мне нужно было где-то прятаться, почти что прятаться, потому что на полу нелегальном положении был. Была угроза того, что опять я могу попасть под изоляцию, которая проводилась с 49 года. А в 57 году я был полностью реабилитирован, так как даже санкции прокурора на мой арест не было. Добровольный теперь затворник, который никогда ни на что не пожалуется, никакой обиды не выскажет. Кто он, щедро раздающий свои уникальные находки, щедро снабжающий историческими материалами многих и многих ученых званий и степеней жаждущих? Добровольный гид, с равной охотой рассказывающий легенды этих мест и русским, да карачаевским ребятишкам, и видным ученым из зарубежных стран. На этот раз приехал к нему отец Сергий, священник Рождества Богородицкой Церкви из Отрадной, благочинный по должности, кандидат богословия, который, подумывая о диссертации магистерской, решил поближе познакомиться с древними храмами в округе. Они ведь на сотню лет старше киевских и новгородских. Отсюда, с юга, продвигалось христианство в русские земли. Начало свое Сергей Данилович ведет из старинного казачьего рода Мастепановых. Были в роду и атаманы, и славные удальцы, были и крепкие хозяева. Не было только грамотеев. Со своими четырьмя классами он стал первым. Старые отрадинские учителя не отказывали ему в книгах, не ворчали, что носит их с собой всюду. Читал он запоем. Всякую минуту, когда старшие отдыхали. От козьбы, от молодьбы, от пахоты. И в школу он вернулся уже учителем. Еще через год стал директором школы. Что это были за годы для него? В Москве поступил на курсы иностранных языков. Немецкий, французский, испанский, сразу.
Заодно занялся языком эсперанто. Вскоре стал членом Центрального комитета Союза эсперантистов наших республик, а также Интернационала пролетарских эсперантистов. Кроме того, я работаю еще над словарем. Словарь наречия кубанских казаков станицы Отрадной, который входит в большой словарь русских народных говоров. Первоначально он планировался в 50 томах, но сейчас уже мне в Институте языкознания, значит, авторитетно заявили, что он будет иметь не менее 70 томов, если не больше. Для этого словаря я уже отправил туда 10 тысяч карточек, записей, слов на речи кубанских казаков с указанием литературного произношения и значения этого, и также примеры. Ну, думаю, продолжать еще дальше работу над пополнением этого словаря. Составил я париэмиологию Узбекистана, которая вышла из печати. На днях должно выйти из печати париэмиология Украины. Заканчиваю работу над париэмиологией Белоруссии. В плане на этот год у меня еще одна париэмиология какой-то республики. Ну, скорее всего, это будет Азербайджана или Киргизии. А в дальнейшем у меня план составить париэмиологии всех союзных республик. Это будет как фундамент париэмиологической науки. Сергей Данилович, ну правда же, вот все понимаю, и тем не менее. Ну ради кого вы так стараетесь? Кому в конце концов все это останется? Ну, мало ли было таких этих фанатиков, которые всю жизнь чем-то занимались, а теперь только сожалеют о том, что, к сожалению, все его труды, значит, всей жизни пропали, не могут найти. Фанатики-подвижники, они вообще-то, они не задумываются над тем, а что будет с их трудом дальше. Ясно, мое дело, никто не будет из моих продолжать. Дочь может еще что-то. Она все-таки университет окончила. А сыну машину, сейчас у него только «Жигули» на уме. Вот «Жигули», «Жигули». Я об этом не думаю. Нисколько не задумываюсь. Потому что если начнешь задумываться об этом, то обязательно руки опустятся и больше не станешь уже работать. Зачем это? Продолжать некому. Так же. Опять погас свет. Где-то здесь были спички. Сергей Данилович, часто у вас так бывает со светом? Очень часто. Ну, все же работать-то надо. Совсем недавно в Нью-Йорке вышел библиографический справочник по париэмиологии. Среди 2142 работ всего лишь 33 по нашей такой многонациональной стране. 18 из них – работы зарубежных ученых. Из оставшихся 15 – 9 – работы Мастепанова. Рядом с древними храмами в этих местах приметы нашего технического прогресса. День и ночь слушивается в околоземное пространство, в далекий космос, начиненное электроникой самое большое на Земле металлическое ухо 600-метрового радиотелескопа. Не без надежды услышать сигналы другой цивилизации, избавиться, наконец, от одиночества во Вселенной. Но как быть с одиночеством земным? Слышим ли мы друг друга тут, на нашей теплой и все еще пока зеленой земле? Слышим ли?